Познакомиться с наиболее древним языком, с помощью которого общались разные народности много веков назад, теперь можно на выставке «Орнаменты стран БРИК». Именно эти узоры, основанные на повторе и чередовании составляющих его элементов, рассказывали о статусе человека, его роде занятий, а некоторые являлись любовными посланиями. Орнаменты хранят историю и культуру народов. Выставка «Орнаменты стран БРИКС» была подготовлена 50 участниками в составе 5 национальных команд из Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики и является результатом проведенного ими исследования традиционных этнических орнаментов стран БРИКС, их родных стран. Каждая страна отобрала по 8 орнаментов, в которых они постарались передать традиционную культуру своих стран. Выставку проиллюстрировало красочное выступление народного коллектива ансамбля песни и танца «Волгари». Во время церемонии открытия девушки продемонстрировали коллекции одежды стран БРИК. Ее предоставили реставратор винтажных украшений и нарядов разных стран и народностей Ева Геремович и этнодизайнер Наталья Дашук. Ева пришла на мероприятие в костюме, вдохновленном африканскими традициями. В качестве украшения она выбрала ожерелье из копала, смолы древних тропических деревьев, похожей на янтарь, и огромный каменный браслет весом в 3 килограмма. Ой, коллекция собиралась очень долго, потому что я люблю путешествовать и заходить на блошиные рынки. Поэтому так и получилось, что я искала украшения, реставрировала, собирала костюмы. Так как я еще и танцовщица, поэтому у меня есть костюмы испанские, фламенко, португальский, индийский, в числе египетский, марокканский, много. Как сказали организаторы мероприятия, работу выставки будут сопровождать другие мероприятия. У ульяновцев и гостей города будет возможность посетить фильм «Достоевский. Межконтинентальный», который снят 5 режиссерами стран БРИКС. Это очень интересное кино, рекомендую к просмотру. И будет дан творческий мастер-класс дизайнера Натальи Дашук, который расскажет о специфике создания коллекции с этническими мотивами. Организаторами выставки являются Центр инноваций и коммуникаций, Фонд креативных индустрий, проектный офис Международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Орнаменты стран БРИКС» будет работать всего 2 недели. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.